Кальради – это как турнец, или по-другому мы его называем спутник. А здесь главные колхозники высаживают лук. Оля, Саша, привет! Как дела? Что вы делаете? Лук высаживаем. Саш, покажи лук. Покажи нам лук. Вот такой лук. И Саша его высаживает в приготовленные ямки. Потом мы его польем, а осенью соберем урожай. Его даже еле-еле видно. Ну вот так его видно. Оля, расскажи нам про лук. Оля. Ой. Оля. Вы расскажите нам про лук. Ну, лук это такой горький овощ. Не такой уж он горький, чего ты? Специфический. Саша, расскажи нам про лук. Ну, Оля, ну расскажи нам про лук. Ну ладно, раз вы мне ничего не рассказываете, я пошел дальше. Пока.